Всем привет, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Если нет ничего к чаю, но осталось варенье, то можно приготовить очень простой, но безусловно вкусный сладкий пирог. Тесто из разряда смешал и готово. Нужно будет только подождать, пока духовка сделает свою работу. Смешиваем одно яйцо с сахаром по вкусу. Я беру 50 грамм. Размешиваем, можно венчиком или миксером. Это будет еще быстрее. Добавляем к массе 300 грамм варенья, почти стакан. Отмеряем 2 столовые ложки растительного масла. Снова размешаем. В отдельной чаше соединим 250 грамм кефира с 1 чайной ложкой соды. Ложкой без горки. Размешиваем, даем массе вспениться. Таким образом у нас погасится сода. Выливаем в тесто. Размешаем до однородности. Тесто снова немного станет пениться. Сода будет реагировать с вареньем. Добавляем 2 стакана муки. Это около 300 грамм. Смешиваем до консистенции сметаны. Кстати, количество муки зависит от того, насколько жидкий кефир и варенье. Поэтому не стесняйтесь, добавляйте еще до нужной густоты. Вот такое в итоге должно получиться тесто. Форму смазываем маслом, посыпаем мукой. Это форма диаметром 26 сантиметров. Если вы будете использовать форму меньшего диаметра, то пирог будет еще выше. Печем при 180 градусах в заранее разогретой духовке до сухой палочки. Тут смотрите по своей плите. 30-40 минут. Достаем, посыпаем еще горячей сахарной пудрой и даем остыть. Приятного чаепития! Готовьте с удовольствием и подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много рецептов. Спасибо за лайк и комментарий. До новых видео. Пока!